Увага рэгіянальным ВНУ. Міністр адукацыі Ігар Карпенка наведаў сёння яшчэ адну навучальную установу Гомеля – універсітэт імя Францыска Скарыны. Да пачатку сустрэчы знаёмства з літаратурай, аўтарства якой належыць навукоўцам універсітэта і прэзентацыя распрацовак маладых вучоных. Падчас гутаркі са студэнтамі і выкладчыкамі Ігар Карпенка расказвае о перспектывах развіцця вышэйшай адукацыі ў Беларусі. Зараз важны накірунак – наданне большасці ВНУ Беларусі статусу 3.0. Такие университеты занимаются коммерциализацией ведов. Под моделью 3.0 мается на увазе подрыхтовка специалистов, которые могут быть как выканавцами, так и предпринимальниками. Наступным кроком станет формация 4.0. Это будут высшие научные установы, здольные вырашать проблемы выклики сучасной промысловости. Покуль же основная увага подрыхтовцы специалистов региональными ВНУ. По меркованию министра, миновито научные установы, размещенные в областных центрах, лепш за все знакомые за особливостями и потребами мясовой экономики и промысловости. Тому адукационный процесс проходит больше эффективно и предметно. Здесь, в общем-то, лучше воспринимается и понимание есть лучше вот вообще в целом, что нужно для этой инфраструктуры экономической, что надо для социальной сферы. Завтра беларусы смогут отримать бесплатную консультацию нотариуса. Республиканская добрачинная акция традиционно промеркована до святкования Дня юриста. Адресы, контактные данные, а так само час працы нотариальных контор и бюро республики можно удокладнить на сайте Белорусской нотариальной палаты у разделе «Знайсти нотариуса».